В Фокино продолжается капитальный ремонт бывшего дома офицера флота. Здание реконструируют по программе развития культуры Приморского края. Дом офицеров построили 60 лет назад. Долгое время он был центром культуры всего городского округа. Однако впоследствии здание пришло в запустение и длительное время простаивало без дела. Краевая программа позволила приступить к капитальному ремонту. Уже сделаны новые полы и потолок, отремонтирована сцена и зрительный зал. На данном этапе основной ремонт закончен, остались мелкие косметические работы. Будет выставлен свет, люстры, то есть зал уже готов. Но не может существовать зал без вспомогательных помещений. Имеются студии хоровые, подготовленные студии там для занятия и спортом.